Привет, сейчас коротко расскажу, как заливать видео на YouTube прямо со смартфона или планшета. Снимаю на такую вот GoPro маленькую. Итак, включаем наш планшет или смартфон. Находим YouTube. Вот здесь вот одно видео, даже выбирать не приходится. Но обычно здесь несколько их имеется, или же вот значок такой видеокамеры, это для того, чтобы снимать прям сразу. Ну, то есть не прямой эфир, а именно снять ролик. Итак, титул — это название ролика, его описание, и выбираем видео, которое будет доступно всем, или же только по ссылке, или приватное. По ссылке можете кому-то послать, но больше никто не видит, кто не имеет ссылку. То есть здесь все просто, здесь все понятно. Так, тут же можно выбрать и аккаунты, которые доступны. Ну, а так вообще-то со своего заходите без проблем. Нажимаем «Upload». И вот все. Видео загружается. Синие косые полоски — это обозначает загрузку видео. И далее будет еще видно сплошная синяя, которая показывает степень обработки видео. Но здесь заодно и пишется процесс. Как только загрузится полностью, видео будет доступно на канале. Загрузить еще раз значок «Вот» или же «Камера». Нажимаем, например, сюда. Попадаем снова в то же меню и можем продолжать загрузку далее. Можно параллельно делать несколько загрузок. Вот и все.